закончил писать текст, статью про виды ММ. Я его назвал, эту статью назвал как на CrossFit Building. Сегодня речь идет об таком виде тренировок, как ММ. Ну, статья выйдет в 18.00 в группе, поэтому можно посмотреть, неважно, но на... весь прикол в том, что пока писал, сам зажегся тренировкой, той, которую дал на домашку, которую разобрал. Теперь сам хочу ее выполнить. Хотя сегодня день отдыха. Пойду переодеваться. Вы знаете, я самый счастливый человек на свете. Сказать почему? Вот здесь вот мое рабочее место. Страшно смотреть там. А вот здесь дверь с моего кабинета. А здесь мой клуб, где я буду тренироваться. Что-то я так сразу выбежал на разминку после кабинета. И размялся, с ребятами поговорил. И сразу начал выполнять комплекс. Не рассказал, что это будет. Мы разложили ДТ. Таким образом, то есть стоял вариант либо делать каждую минуту в течение 15 минут. Первую минуту 12 тяг, вторую минуту 9 взятий, третью минуту 6 толчков. Но показалось это легким. Мы решили разложить, тут помощники есть у меня, решили разложить на 4 тяги, 3 взятия и 2 толчка в одну минуту в течение 15 минут. Итого мы укладываемся в среднее время выполнения ДТ и, в принципе, с весами у нас и с движением все хорошо. Но что-то внутри щелкнуло и сказала, да какой там 70 килограмм, ты что, возьми побольше. И я, как атлет категории мастерс, взял 80 килограмм, но хочу попробовать со стольником поработать в следующий раз. Взял 80 килограмм и с ним поработал. И получился комплекс. Каждую минуту, чем 15 минут, 4 тяги, 3 взятия, 2 толчка. С весом 80 килограмм. Ну, как это было, 1, 8 и 15 раунды, вы сейчас увидите. Вот так вот разложили ДТ. А в ДТ в оригинале вес 70 килограмм. Я взял 80 для того, чтобы было немножко сложнее. Но выполнил в режиме МОМа. Каждую минуту в течение 15 минут. 4 тяги, 3 взятия и 2 толчка. Все, пробуйте. Всем хороших тренировок. Пока.